дворец был построен в 1648 году и поначалу был вовсе не дворцом, а зданием Амстердамской мэрии. В 17 веке Амстердам был центром мировой торговли и испытывал значительный прирост населения. Так в 1648 году знаменитый архитектор Якоб фан Компин получил задание от мэра Амстердама на постройку нового и более крупного здания мэрии. В 1808 году, в период правления Голландии Людовиком Наполеоном, здание мэрии стало зданием дворца. В 1814 году в дворце проходил торжественный прием по случаю визита русского царя Александра I. В начале 20 века Нидерланды переживали трудные времена, как на политической арене, так и в экономическом плане. 20 декабря 1935 года собрание Амстердамской мэрии приняло историческое решение продать здание дворца королевству за 10 миллионов гульденов. Тут же было постановлено сделать из здания королевский дворец.